Давай 3 штуки, за 6 тысяч. Что? Чувак! Смотри. Нет, Игл! Игл! Короче, всем здорово, с вами Black Sky, и вы попали на офигительный ролик, в котором я прокачаю свою подписчицу. Да, именно подписчицу. И, кстати, прикиньте, сегодня просто в ролике, я уже его записал, произошла такая жесть. Сегодня в ролике у меня сломался сайт Bulldrop. И, ну, вы увидите сами, там просто я нафармил миллиард голды. Я вот клянусь, это реально так было. Поэтому сходу ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Я дам вам просмотра. Ну что же, мы уже находимся на аккаунте подписчицы. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда ты? Чем занимаешься по жизни? Я Настя, мне 13 лет, живу в Новосибирске, занимаюсь легкой атлетикой. Коротко и понятно. Значит, что у тебя по аккаунту? У тебя бронза 4, 639 часов в игре, 0.74 кд, бронза 4. Ну ничего, то после такой прокачки с крутыми скинами ты уже, я думаю, крутое звание поднимешь. Переходим в инвентарь, у нас уже 6 тысяч голды на аккаунте. И сегодня, мало того, что мы закинули 6 тысяч на аккаунт, мы еще пойдем на сайт Bulldrop и попробуем что-нибудь очень крутое выбить оттуда. Ну что ж, ты готова? Приступаем, значит. Пушечки сразу, сходу. Мы сегодня какой инвентарь собираем вообще? Девчачий. Девчачий инвентарь собираем. Ну, отлично, значит, что можно взять для глока такого девчачьего? Глок. Окей, берем глок. Давай, какой скинчик тебе больше всего нравится здесь? Розовый, наверное? Казуалста трек. Взяли? Сразу же, просто, юстик. Уф, ну тут уже выбор побольше, я считаю. Что, берем? Хамелеон. Хамелеон. Статрековский. Отлично, залетает. Сразу мы идем к P350. Уф, есть розовые скины тут такие. Что возьмем? Аркан. Сатрековскую или обычную? Сатрек. Это 1200. Отлично, залетает в твой инвентарь. Следующий скин это у нас ТЭК-9. Капец они дорогие. Блин, пацаны, почему ТЭК-9 вот этот стоит 18 тысяч? Это вообще переоцененка какая-то. Эпик. Вот этот. Я не слышал, но, наверное, это, да? Следующий 5-7. 5-7, блин, тоже очень дорогие скины здесь есть. Что мы будем брать? Веном тоже стрек. Веном стрековский. У нас будет очень много аркан сегодня, так понимаю. И да, не забывай, что у тебя эта голда приплюсуется то, что мы постараемся выбить сайта, поэтому рассчитывай, что можно брать нормальные скинчики. Дигл. Уй-уй-уй-уй-уй. Маги бы не понравилось. Давай, какой дигл берем? Драгон глаз тоже стрек. Нет нормальных наклеек, сорян, берем без них тогда. A few moments later. Что там про дигл сказал? Переходим к дробовикам. Значит, следующий дробаш. Не понял, что там про дигл сказал? Брат, мы не брали, я клянусь, мы не брали дигл, я тебе базарю. Дай сюда мышку. Я тебе базарю. Не, пацаны, вы знаете, что мы же не брали дигл? Мышку сюда. Да ролик посмотришь, мы не брали дигл. Да, дай сюда мышку. Да мы не брали дигл. Дай сюда мышку. Это что такое? Это чё? Мы продаем дигл. Нет, мы не продаем дигл. Мы продаем. Мы не продаем дигл. Слышь, ты тупоголовый. Ты посмотри, кого я прокачиваю. Посмотри, кого я прокачиваю, брат. И тем более продаем дигл. Нет, дигл! 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 Дигл за 0-0. Потому что он для тупоголовых. Все. Дигл не покупай в моем доме. Ладно. Походу, ты сегодня без дигла. Покупаем фабом. Какой хочешь скин. Бум. Бум. Статрековский, нет? Да. Залетает в инвентарь. Статрековский бум. Следующий скинчик SM1014. Что ты хочешь взять? Кромансер. Статрековский? Да. Спас, давай дальше. Хэллоуинский статрек. Фух. Так, это не хэллоуинский, это Project Pandora. Ну, хэллоуинский турек все же. Конечно же, пулеметчик, как говорится. Что берем? Ну, ой, ну, по-моему, тут... Этот розовый скинчик, да. Только сатрековский, да? Угу. Ну тут однозначно. Да. Маг 10. Че выбираешь? Розовый. Какой? Какой именно? Вот этот? Да, вот этот, вот этот. Давай сатрековский, может быть. Но все равно голды. Ну, если АВМ склеить, то нормально будет. Берем, отлично. Следующий у нас скинчик это Как тебя включить-то? UMP45, следующий скин. Вход в интерпассе, который. Коллекция. Где? Какая коллекция? Я включил тебе картон. Вот это берем, да? Да. MP5. Кайф, что мы берем? Блин, капец они дорогие. Пацаны, пишите в комментариях, какого хрена вообще скины? Вот это, вот это, вот это. 6 тысяч стоит. Говно. Ой, это имбовый скин. Аркану, не Star Trek. Ух. Ой-ой-ой, смотри наклеечки. Слушай, нехилые берем. MP7. Нет. Вот это. Потом мне тренер, послушать хочу. Берем. Взяли MP7, дальше идем. P90. Куда идем ты на месте? Упс. Стартрек. Упс. Стартрек. Угу. Т-90.
Так, значит, фэнфал. Блин, такое говгаленная пушка. Вот, не знаю, зачем его добавить? Йоу! 6000! Ладно, давай, выбирай, еще берем. Второй ряд, третий. Не сатраковский? Или сатрак возьмем, может? Не надо. Не надо? Окей. Шари что-то, что-то оружие говное. Так, давай теперь купим фомастик. Что ты хочешь? Фури. Фьюри. Ой-ой-ой, ну. О, кстати, неплохо. Ну, ну хрень, ладно. ФАМАС взяли, ФАМАС, блин, золотой скинчик, конечно, не очень вписывается, но пойдет, пойдет. Следующий у нас идет калаш. Давай калаш купим уже после того, как мы сходим на сайт. А пока что купим быстренько две эмки и пойдем, собственно, на сайт. Значит, эмка первая. Что берем? Да. Баблгам, сатрековскую? Да. Все, взяли. Теперь у нас М4, у нас осталось 400 голды, прогрузился рынок. Что мы берем за 400 голды? Обычный самурай, не стартрек. Обычный самурай, не стартрек. Все, предлагаю переместиться на сайт Bulldrop и попробовать очень жестко окупиться. Ну что ж, мы уже находимся на сайте Bulldrop и предлагаю первым, у нас 5000 голды на аккаунте, предлагаю первым, что сделать, это открыть, конечно же, 5 моих кейсов за 345. Ну это самые читерные кейсы, я считаю, ну сейчас проверим, за 345, что нам выпадет. Так, ну это еще не в счет, я считаю, типа это так, не считал. Вот, вот это уже совсем другое дело, 1200. Залутали. У нас уже 6 тысяч, мы подняли. Я предлагаю открыть какие-нибудь дорогие кейсы, например. Вот что ты хочешь открыть? Вот отсюда, вот что ты хочешь? Какой кейс откроем? Проклятый дублон, русалки, сокровища ветерана, кракен, легенда морей, король, корабль-призрак, сундук капитана быка и дикий, ой, райский остров. Второй. Русалки за 129 и выпадает. Короче, этот кейс я не рекомендую крутить. Я предлагаю открыть какой-нибудь райский остров. 3 штучки за 747 голды. Крутится, вертится, давай, булдроп, ну не подведи, реально. 893. Ну это чуть-чуть, но окуп. Как бы главное, чтобы в целом идти в окуп. Он нам немножко выдал кейсик. Все, уходим от него сразу же. Ой, давайте откроем что-нибудь из занимая. Кайф. Ну давайте вот. Вот это за 35. Фу. Не, кейс типа реально отстойный. Знаешь, какой кейс лучше открой? Ну, открой на живот, на живот. На живой? Это вообще имба, да. На живой. 2000 голды. Да, открой, хочешь. Откроем? Да, открой. Ну реально, давай. Чекай, сейчас окуп с первого же раза. Чекай! 3-2. Да? О, нет! Все, найс. 3-4. Давай продадим еще раз. Держи. Давай. Еще керабит клав! Найс! Еще, давай еще, давай еще, давай еще. Че? Еще один керабит клав? Давай еще. Я не знаю. Настя, ты видишь? Это легальный способ фарма гамбы. Мага, это... а как ты сделал это? А не скажу. Настя, ты видишь? Ты скажи, да, и ты видишь или нет? Мы, походу, сломали сайт с тобой. О! А, погоди, так оно реально залагал сайт, слышишь, мага? Ну-ка, а перчатки? Давай перчатки откроем. За 2600 перчатки. Давай выбьем тебе какие-нибудь красные, красивые перчатки. Фу, фу. Фу, не, эти перчатки нас не устраивают. Фу, фу, не. Мы должны выбить какие-нибудь красные, классные перчатки. Во! Вот это я понимаю. Вот это отличные перчатки, мы их оставляем. Слушай, подожди, мне вот интересно, а вот эта хрень, она реально сломалась или что? А, открой 5 штук. Братан. Чё, ты реально сайт залагал? Открой 5 штук. 10 тысяч у меня нет, давай 3 штуки, за 6 тысяч. Что? Чувак, смотри. У них сайт сломался. Nice. Погоди, а давай 5 штук. У них сломался сайт. 10 ножевых кейсов за 20 тысяч. А у меня нет слов. Ну-ка, мой. 690. Не, ну мой кейс так упает, понятное дело. Короче, пацаны, сайт реально сломался. Ножевой кейс почему-то у меня всегда выдает керамбит клав. Вообще всегда. Настя, пока нас не забанили на сайте, давай по-быренькому выведем голду и продолжим покупать скины. Но, я не знаю, это очень странно, короче, даже не знаю, что сказать. Погнали выводить голду. В общем-то, Bulldrop наконец-то вывели нам голду, поэтому мы продолжаем покупать скинчики. Все, давай сразу купим быстренько калашик красивый. Есть красивый калаш. Слушай, ну как тебе вот такой скинчик? Что думаешь? Что, берем? Смотри, с дискотеками берем? Да, давай. Кайф, все, взяли. Переходим к Экеру, берем рейлган. Да. Да, все, рейлган. Все, взяли рейлган. Ой, рынок не лагает, как приятно. М16. ЗКТ. Винджет? Окей. Let's go. Наклейки будем или без? Давай с наклеечкой. Let's go. Залетает. Следующий скинчик у нас это муха. Почти дошли далеко. Давайте берем М40, обоим, так сказать, лайк ставит за это. Винтертрак. А, вот это нормально, пофиг, берем. Следующий скин, это наконец-таки авик, мувимейкерский. Ну, я надеюсь, ты не прогадаешь, что возьмешь хороший авик. Давай генезис, Патрек. Трековский генезис. О, вот это отличный выбор.
О, смотри, по-моему, прикольно даже смотрится, если что отклеишь. Взяли и переходим, наконец-таки, к ножам. Давай выбираем все ножи. Вообще, ты что любишь? М9, Кенобит, не знаю, там, флип-найф и так далее. Что ты, бабочку, что ты больше всего любишь? М9, отлично. Да. Какой берем М9? Давай любой. На твое усмотрение. Ну, я бы взял Блублад, потому что после Дарагглаза это самый лучший нож. Перчаточка. Осталось 1200 голды. Было бы, конечно, круто Главпанк, но... У нас есть 1271. Мы можем взять либо Феникс Райзен, либо вот эти зелененькие. Какие ты хочешь? Зелененькие. Вот эти или вот эти? Первые. 1100 голды берем, перчаточки. Предлагаю посмотреть конечный результат нашего с тобой инвентаря. Точнее, твоего. Мы собрали вместе его. А перед этим, пацаны, все, кто смотрел до этого момента, обязательно лайкосик влепите. Вот реально. Ну, не пожалейте лайк, чтобы прокачки выходили чаще. Готово? Переходим в инвентарь. Переходим. Бам! Вот такой инвентарь. Просто, ну не просто офигенный, а сверх офигенный. У нас на каждую пушечку есть скинчик, у нас все есть. Просто, это инвентарь, блин, мечты, реально. Как думаешь? Офигенный. Даже не буду нажимать никакие скины, сама зайдешь на свой аккаунт, покайфуешь. Что скажешь подписчикам перед концом ролика? Подписывайтесь, ставьте лайки. Пацаны, вы все слышали. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, по ссылочке в описании, промокоды на булдроп, конечно же. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!